Всем привет! С вами канал Art Mania. Дима кушает у нас. Какой суп у нас получился? Мама чуть-чуть добавила вермишель, а получилось ого-го. И мясо еще скрутила мама. Да? Дима кушает. Завтракает. Решила ему на завтрак его дать. Дать? Да. Суп. Чека. Да. Чоп. Так, а тут у нас... Наконец-то пришла зима. Еще вчера, еще позавчера даже вообще был асфальт. Вчера чуть-чуть был снег, я вам снимала влог. А сегодня уже все. Уже зима. Зима. Красиво как. Но когда первый снег, все-таки красивее. Зима. Да, тут у нас лежат сумки наши неразобранные. Киви. Все это надо как-то... Хочется, знаете, какую-то вот тарелочку многоэтажную, так 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 так, так чтобы она так стояла тут в углу, не мешала. И все сложить. Мандарины, бананы, тут вот киви. Да, ты мне подсказываешь, что ли, что-то не пойму. Ты подсказываешь маме? Каждое слово мамина повторяешь. Да, слово. Вот так она получилась, в итоге эта вермишелька. Когда надо, примерно так она нифига не это, не разваливается. Когда не надо, она разваливается. Вот. Ну и кофе я себе приготовила. Оно уже, наверное, остыло. Буду пить сейчас. Да. Да, а Дима уже с утра даже прибрался там. Да? Игрушки убрал. Да? Мяу. Да, зайка? Так, кофейная гуща, господи, я думаю, что тут за чудовище, смотрите. Это правда кошмар какой-то. Сейчас его сфоткаю, попробую потом показать. Там он уши, рука, прям видно, две руки, ну, лапы, да? А крылышко видно, еще одна лапка видна. Что-то даже тут такая мордочка, носик там есть. Что-то там рядом находится. Блин, там с той стороны даже что-то. Короче, чтобы были такие рисунки, надо пить кофе не залпом, а по чуть-чуть. Это я уже узнала по себе. И когда вот там выпиваешь, вот эта вот гуща, она бывает, получается, то в сердечко. То в сердечком она становится. То... Ты ешь у меня? Куда-нибудь с камеры перевести. Дима! Дима никогда есть не может. Уже сыр здесь лежит, ждет его в очереди. Сейчас упадет. Вот, то сердечко бывает, то в виде платья бывает, то... Чем еще бывает, я уже забыла. Что, ты прибрался? Дима убрался, наконец-то. Целую неделю ему говорю, Дима, надо прибраться, надо прибраться. Он по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом с утра не выделала, говорю, все, говорю, мне устало, говорю, давай, надо прибираться. И он, смотрю, прибирается, прибирается. У него... Вот здесь я кладу такие бумажечки. Просто разные бумажечки, картоночки, вот они разные. Тонкие, толстенькие, вот такие вот газетки всякие. Коробочка вот у него, просто вот бумага. Вот, и вечером это убираю. А ночью прихожу его, когда смотрю, кладу сюда обратно, где-то, по-моему, на эту полочку. Это для того, чтобы, когда он с утра просыпается, он просыпается раньше меня, и чтобы он мне дал выспаться пару часиков, он на кроватке доезжает. Дима, не лази туда. Дима. До кроватки доезжает до этой полки, берет вот эти вот всякие бумажечки. Вот они вот так выглядят. И начинает с ними заниматься. Вот, у нас была коробка, но коробку он порвал, я ему больше ее не отдам, я ее заклеила. Вот, коробка такая плотная, хорошая, добротная такая. Мы в нее будем что-нибудь складывать, потому что я люблю, когда у меня все аккуратно, чистенько, когда у меня все сложено по коробочкам. Вот, и он просто в кроватке сидит там. Вот он сегодня вот чем занимался, видимо. Игрушка у него тут. И в кроватке сидит, и просто вот эти вот бумажечки, то есть развивая мелкую моторику, он рвет их. То есть вот картонки, также вот обычная бумага тоненькая. Вот эти вот иногда еще подкладываю, они такие... Где она? А вот она.
какая она, руке приятная. Она как-то массирует. Вот есть такая бумага, она массирует. Блин, даже самое честно, приятно такая она на ощупь прям. Вот. Такие вот из-под лекарств тоже подкладываю. Он сидит, копошится в них, ковыряется, сгинает, что-то с ней делает. Такие вот. Это вот я для рисования оставляла. Но акварель, кстати, не взяла. Это надо с гуашью, видимо, пробовать. Коробочку вот у меня сегодня порвал. Я покупала чай специально в таких коробочках, чтобы сделать закладки. Но закладки сделала, я пока не пользуюсь ими. И поэтому коробочки пока у меня лежат. Не знаю, для чего я тогда их покупала. Вот, это я пока оставила. Чашечку это надо убрать. У нас вот тут вот все памперсы хранятся. Я раньше я в мешках хранила, доставала по несколько штук. Сейчас я поняла, что это очень неудобно. И сделала полку. Кстати, что-то у нас еще. Вот, да, еще такая карточка какая-то. Это вот можно уже выкинуть, наверное. Вот, все, много я выкинула, да, Дим? Здесь у нас вот слоняются памперсы. Это уже все остатки. На них, кстати, я делала обзор. Такие вот они трусики. Блин, трусиками так удобно. Это вообще, это что-то с чем-то. Вот самостоятельно снимать еще их не научился. Они сложно, прям, ну, хорошо так сидят по талии, по попке. А такие он умеет уже снимать, и довольно сложно. Он снимает, и потом все в какашках. У нас вот они лежат такие же. Вот, а здесь у нас для мелкой моторики. Я так до сих пор и не достала. Да. А, ну вот ты нашел, клади ее. Клади ее туда. Ты ее нашел, да? А я думаю, куда часть еще подевалась. Так, для мелкой моторики у нас фасоль белая. Белую нашли с трудом. Она тут у меня лежит. Вот. Вот никак мы это с ней не позанимаемся. Я все жду, когда же он уберется. Все его поднакивают. Давай, 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 давай. И все вроде начнет. И хоп, уже обед. Начнет, и хоп, уже обед. Или вечер спать ложится. Все никак мы не можем. Хотя уже купили давно. Уже, наверное, пару месяцев прошло. Чашечка такая у нас тоже, вот я как раз для мелкой моторики приготовила. Они вот так вот стояли. Здесь у нас планшеты там. Сейчас покажу. Планшеты у нас тут со звуками животных, кстати. Батарейки я купила в фикс-прайсе. Не знаю, правда, там какие. Надо вставить. Здесь у нас файлы. Файлы, кстати, лежат, которые нам в клубе дают. Они такие очень красивые, глянцевые, мне нравятся, я их оставляю, чтобы потом какую-нибудь картину Димину вот так вот сюда вот вешать. Ну, такие они особенные. Здесь у нас что, карточки, мы по ним занимаемся. Надо вот так положить. И там просто обычный планшет. Где там? А, вот. Обычный планшет со сказками. Здесь у нас для театра. Маленькие животные, кстати, в фикс-прайсе покупала. Их уже распаковали, я хотела при ребенке их все это распаковывать, потому что я люблю, когда все новое, когда ребенок видит то, что мама распаковывает при нем. Ну, по крайней мере, подарки, допустим, я люблю так. То есть ребенку даришь подарок упакованный,